Если бы не Грибоедов, на Южном Кавказе не было бы малых этнических групп. За Туркменчайским договором стоял именно великий русский посол Грибоедов. Как передает Ахар Ас, таким мнением в эфире телеканала «Россия-1» поделилась российская журналистка армянского происхождения Маргарита Симоньян. Не случайно один из величайших, если не величайших дипломатов в истории, в нашей с вами истории, Грибоедов, автор, на секундочку, туркманчайского мира, благодаря которому страны Закавказья в итоге, в конечном, обрели свою государственность, а некоторые этносы, которые живут в этих странах, к одному из них я отношусь, вообще выжили, как этносы, и остались на территории земли. Я не буду специально называть никого, потому что все стали очень обидчивые, но все понимаем, о чем речь. Лично благодаря ему. Следует отметить, что в результате усилий Грибоедова армяне были переселены на территорию Карабахского и Ереванского ханств Азербайджана. Грибоедов также является одним из авторов и реализаторов идеи создания государства для армян за счет азербайджанских земель. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо!